Всем привет, вы на канале Ольги Швец. Последнее время стали очень популярными мои видео относительно полезных бьюти-приобретений в фикс-прайсе. То, что вы сейчас увидите, это было проверено лично мной. И что я могу советовать, а что нет. То, что заслуживает внимания однозначно здесь перед вами. Сейчас я быстренько пробегусь по этой теме, ну и буду готовить другие видео, потому что это один из аспектов нашей жизни. Если вы хотите сэкономить, если вы начинающий стилист, либо начинающий визажист, который работает на съемках, или просто девушка, как блогер, которая следит за собой, или просто девушка, которая следит за собой. В общем, оставайтесь со мной и начинаем. Вот такая водичка, она, разумеется, заслуживает вашего внимания. Я не буду зачитывать вот это все, как бы все умеют читать, обратите внимание просто в магазине на эту штуку. Если она вам понравится, вперед и с песней. Но все знают, что это наш любимый Tangle Teaser. Они есть разных, это вернее не Tangle Teaser, это аналог Tangle Teaser. Но мое глубочайшее убеждение в том, что подобные расчески хороши для нанесения масел и масок на ваши волосы. Можно носить в косметичке, в сумочке для того, чтобы причесаться где-то на досуге. Что особенно, если у вас такая средняя укрывистости шевелюра. В общем, ну на самом деле масочки распространять по волосам, умыли, помыли, и все отлично. Также, например, напшикали модель, нужно выпрямить волосы, чтобы это все равномерно распределилось. Подходит вот эта расческа, не надо ей приписывать никаких волшебных свойств, что она там увеличивает рост волос и так далее, как любят у нас делать некоторые блогеры. В общем, стоит обратить внимание. Поехали дальше. Бубличек. Здесь показано, что можно с ним делать. Вот так, вот так. И здесь еще вариации. В общем, если вы, повторюсь, не какой-нибудь лошара или какая-нибудь, или хотя бы стремитесь им не быть, этим лохом, вы разберетесь с этим бубликом. Собственно, я уже просто посмотрела, как это делают лютые, матерые, продвинутые бьюти-феи. Обратите внимание, стоит. Я уверена, что он не рассыпется после 3, 4, даже 15 применений. Наборчик для окрашивания волос. Давно я не окрашивала волосы. Надо как-нибудь будет собраться это сделать. Не знаю, не пользовалась, не пробовала. Но наборчик интересный, поэтому я и обратила свой взор на него. Значит, уже слышала негативные отзывы о этой накидке на ваши плечи в момент стрижки. Говорили, что она очень-очень отвратительно воняет. Сейчас буду подтверждать или опровергать, как она в моем случае. Нет, вони нет в моем случае. То есть просто какая-то одна из девочек открыла и говорит, ой, фу-фу-фу, какая вонь. Знала бы я, что так воняет, никогда бы не купила. Нет, не воняет, девочки. Нет, вони в моем случае нет. Вонь на китайских товарах — это вторсырье. Это сделано не из вторсырья. У этого товара есть другая проблема. Она вроде как бы сначала шла как накидка-накидка, потом они стали ее позиционировать как одноразовую накидку. Вот такая она здоровенная. Вот такой здесь логотипчик. Вот здесь порылась собака. Девчонки, обратите внимание, она действительно одноразовая. То есть чуть что, она начинает сыпаться. Не рассчитывайте, что она будет работать на вас хотя бы месяц. А если будет, то вот эта красота будет увеличиваться. В общем, в данном случае, если вы хотите получить что-то долгоиграющее, это не тот случай. Вот такой набор расчесок, который своим цветом намекает на профессионализм. Вот здесь вы видите, какие разновидности расчесок присутствуют. Я еще не распаковывала, но мне нравится то, что они черные, и мне нравится то, что они в футляре. Это будет удобно в кейсе визажисткам их таскать. Буквально на днях была съемка, мы очень интересно использовали эти зажимы, я как-нибудь обязательно покажу. То есть это не просто уточки такие, уточки, это уже вторая я приобретаю, держит все отлично, можно использовать как декорирующие детали во время съемок, там куда-то на топ или куда-то еще. В общем, не только на волосы, можно их вообще обыгрывать как угодно, они хорошо держатся. То есть самое главное, что в уточках, защепили и держатся.
защипили и держатся, и хватит надолго. Стоит копейки, обратите внимание, стоит однозначно. Это нашумевший продукт, все его прекрасно знают, все, кто ходит в Fix Price, хотя бы раз в жизни им пользовались, ничего плохого сказать я не могу про этот продукт. Он хороший, их существует много, там клубника со сливками, вот бананы, шоколад. Шоколад ни разу не пробовала, вот хотя хочу шоколад там, либо кофе, что-то в этом. А вот как бы бананы и клубника попадаются почаще, ну вот я решила взять бананы. Давно собиралась, всем рекомендую, сейчас проверим, воняет, не воняет, это всем нужно знать. Что ж мы тут, зря обзор что ли делаем? Великолепный запах, в китайском случае это полное отсутствие запаха, это уже великолепно, значит это не вторсырье. Посмотрите какая она, боже мой, да это искусственный бархат, девочки, я даже не ожидала, я просто увидела, что классный цвет, я даже не ожидала, честно. Так вот, раз такая, поспать, чтобы не светило, рекоменд. Клевая штука, особенно если напшикать на нее ваших любимых духов. Кстати, о духах. Вот такие туфельки. Стоптанные туфельки. Привет Вадиму. Операция «Стоптанные туфельки» продолжается. Коллекшн. Не побоюсь этого громкого слова. Здесь присутствует слово «фэшн», «коллекшн». Они, может, пиарят глянец. Значит, у них там много, 100-500 разновидностей вот этой красоты. Сам парфюм выглядит так. Так он даже, между прочим, стоит без каблука, кстати. Вот, видите, без каблука стоит. Но с каблуком, который в данном случае является еще и крышечкой, смотрится прикольно. Буду просто использовать во всяких разных своих там фотографиях всяких бьюти-штук. Вот. Ну, это, конечно, если поджечь, будет вонять резиной, вот, и бензином, и все такое. Но я поджигать не собираюсь, это так, просто для красоты. Туфелька. Да, кстати, у них там есть черные, красные, зеленые, голубые, фиолетовые, розовые, вот такие туфли. И, вы знаете, они пахнут по-разному. Вот так. Я думала, там просто как бы сделали. Нет, там разные ароматы, девчонки. Ну, это уже кому как, мне просто по приколу. Вот такая штучка, как раз попшикать. Стоит своих денег. Вот тут всякие классные штуки. Не знаю, насколько хватит вот этого у нас. Вот. Ну, вообще, я думаю, что нормально. Прослужит долго, если сломается, я им сразу же сообщу. И вот такие реснички. Обратите внимание, они разные. Вот эти более густые и драматические. Вот эти удлиненные к краям. Вообще, если там порыться, можно найти много-много вариантов. Разумеется, рекомендую. Потому что покупать ресницы, которые как минимум в 3 раза дороже, как-то нелогично, потому что они вообще ничем не отличаются. Вот. Надеюсь, было вам полезно. Всего хорошего. Пока. Thank you.